Служебная собака по кличке Норд нашлась. Истощенная, в шрамах и с простреленной задней лапой, но все-таки Лайка вернулась домой. Об этом на сегодня рассказала хозяйка пса. Женщина говорит, Норда обнаружили жители Березовки. Напомню, Лайка исчезла почти месяц назад. Его владелец, сотрудник Красноярского поискового отряда Павел Дербин, рассказал, что перед выездом на вызов оставил собаку на острове отдыха рядом с учреждением, в котором работает. По возвращении его уже не оказалось на месте. Пес не раз принимал участие в спасательных операциях. После многочисленных материалов в СМИ его все же удалось найти. Хозяйка говорит, как Норд оказался в пригороде, даже не может представить, но, очевидно, сам он сбежать не мог. И, конечно, сейчас радости хозяев нет предела. Ты снова с нами, вообще мы такие счастливые, теперь у нас опять полноценная семья. Хотим сказать, ну просто, мало, наверное, слов благодарности. Огромнейшее спасибо всем красноярцам, нашему любимому городу, СМИ Красноярска. Все помогли, все участвовали. 3 недели он снова с нами, надеюсь, навсегда.